Состязания на стратегию, силу и меткость. В минувшие выходные в городе прошли крупные зрелищные соревнования. Второй этап Кубка России по пейнтболу и Кубок любительских пейнтбольных команд страны. Для участия во всех четырех дивизионах приехали команды из разных уголков России. Ярославля, Москвы, Калуги, Архангельской области и других субъектов. Участников в этот раз было почти в два раза больше, чем в прошлом году. Соревновались команды в течение всего дня субботы. В четвертом дивизионе спортсмены из Иваново, команды «Русский Манчестер», «Ультиматум» и «Город невест» заняли второе, третье и четвертое места соответственно, пальму первенства уступив коллегам из Ярославля. Это был второй этап отборочных соревнований. То есть первый мы ездили в Калугу, Иваново представляло две команды. Второй этап проводился здесь. И третий этап по плану должен быть в Костроме, но пока под вопросом, возможно, на нас возложат такую задачу. Потому что в Костроме там есть технические вопросы.